Светлана, добрый день. Вы у нас сегодня приглашены на бесплатную диагностику панорамный снимок. Панорамный снимок показывает нам обзорно-круговой снимок зубов. Благодаря этому снимку мы можем увидеть не только состояние корней, каналов, коронки, пломбы, но также скрытые кариозные полости, воспаление, кисты, которые бывают, межзубные пространства, карманы и состояние височно-нижнечелюстного сустава. Мне впервые в жизни сделали диагностику состояния всех моих зубов и рассказали, ну, первоочередные, какие мне проблемы надо решать. Очень хорошо, что можно по такому снимку составить план действий, лечения, распланировать, когда и чем лучше заняться.